своей игрой, с одной стороны. Но с другой стороны, сразу два броска отразил человек. Каких к нему вопросов? И вот сейчас. И что творит переигрывает, здесь? Переигрывает. Выкатывается из ворот, просто ныряет на лед рыбкой и колюшкой выбивает шайбу у форварда. И такое впечатление, что это был взволнованный экспромт норвежского вратаря. Нет, ну это был подготовленный прием, это 100%. Вот, но главное, что он прошел. Главное, что это был его единственный шанс.